Здравствуйте! На канале «Заречный» информационная программа «Новости» в студии Светлана Теплухина. Смотрите сегодня. Вопросы и ответы. Представители областного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассказали журналистам о сложившейся на территории региона ситуации. Нам с вами вместе нужно работать сегодня, работать с населением, принимать меры по самоизоляции. Дома и стены помогают. В медико-санитарной части номер 59 начался прием пациентов с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. У нас было развернуто 30 коек. Мы довели сейчас коечный фонд до 80 коек. Поставили 4 аппарата искусственной вентиляции легких. Обеспечили подводку кислорода ко всем 100% коек. Последствия разгула стихии. Сотрудники комбината благоустройства освобождают городские улицы и дворы от поваленных бурей деревьев. Нет такой улицы, где не произошло падение дерева. Большое количество. Около 400 деревьев по городу. И теперь подробнее об этих и других событиях. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает. По состоянию на 15 апреля в России зарегистрированы 24 490 случаев заболевания COVID-19 в 84 регионах. За последние сутки было выявлено 3388 новых случаев в 65 регионах страны. Большинство из них в Москве – 1774. За сутки по выздоровлению были выписаны 292 человека. За весь период в России выздоровели 1986 человек. Также за сутки было зафиксировано 28 летальных случаев, в том числе один в Пензенской области. Общее количество умерших за весь период в России – 198 человек. В Пензенской области число больных с подтвержденной COVID-19 увеличилось до 100, сообщается на официальном портале регионального правительства. Новые подтвержденные случаи зафиксированы в Калышлейском районе, Сурске, Шимышейке, Бессоновке, Засечном, Лунино, Пензе, Кузнецке. Среди пациентов трое детей – младенец в возрасте 1 месяц и двое годовалых детей. Они находятся на лечении в Пензенской областной детской больнице. У всех состояние удовлетворительное, получают специфическое лечение, в искусственной вентиляции легких не нуждаются. Возраст остальных заболевших от 19 до 84 лет. Находится под наблюдением 2759 человек. Снято с наблюдения 5659 человек. По информации специалистов межрегионального управления номер 59 ФМБА России, на вечер 15 апреля лабораторно подтвержденными остаются 3 случая заражения зареченцев коронавирусной инфекцией COVID-19. Никто из жителей города не помещен на карантин в специально оборудованных организациях. 24 человека находятся под медицинским наблюдением. 334 сняты с медицинского наблюдения в связи с истечением срока самоизоляции. В постановлении губернатора Пензенской области о введении режима повышенной готовности внесены изменения. Согласно им, граждане, въезжающие с территории иных субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, должны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения на территорию Пензенской области, сообщается на официальном портале регионального правительства. О складывающейся на территории региона ситуации представителям средств массовой информации рассказали участники областного оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Пресс-конференция транслировалась онлайн. Возможность задать вопросы губернатору и другим членам штаба получили не только журналисты, но и пользователи соцсетей. На встрече присутствовала и съемочная группа нашей телерадиокомпании. Специальный репортаж из правительства Пензенской области смотрите сразу по окончании основного информационного блока. А пока вернемся к новостям. Первые 4 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы в медико-санитарную часть 59.
Специализированный стационар на 80 коек развернут на базе инфекционного отделения. Здесь подготовлено все необходимое – оборудование, медикаменты, средства защиты. Работать с пациентами будут врачи Заречного. При поддержке администрации города и предпринимателей в здании оборудованы места для временного проживания и отдыха персонала. Сейчас в отделении находятся 4 зареченца. За комментариями мы обратились к начальнику медико-санитарной части 59 Андрею Капустину. Зареченцев с диагнозом COVID-19 будут лечить в родном городе. В медико-санитарной части номер 59 начался прием пациентов с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. В Пензе проводится перепрофилизация других больниц. В частности, уже 100 недель областная больница работает на коронавирусную инфекцию. Но туда принимаются пациенты, у которых есть вообще хроническая какая-то патология, которая влияет на течение коронавирусной инфекции. Это сердечно-сосудистая патология, патология легких, эндокринологическая патология, то есть пациенты с сахарным диабетом, госпитализируются именно в областную больницу. В Заречном специализированный стационар для больных с диагнозом COVID-19 развернут на базе городского инфекционного отделения. В настоящее время туда госпитализированы 4 зареченца в возрасте от 34 до 65 лет. Из них двое с первично подтвержденным диагнозом COVID-19. Компьютерная томография показывает, что у них картина поражение легких характерно именно для коронавирусной инфекции. Еще одного молодого человека, приехавшего из Москвы, госпитализировали. Он пока без лабораторного подтверждения. Но опять же, вся клиническая картина и картина, которую мы видим на томографии компьютерной исследования легких, она также подтверждает наличие коронавирусной инфекции. И еще один у нас тоже мужчина возрастной. Ну, скорее всего, у него будет отрицательный результат, но в любом случае у него пневмония, то есть клинически. А правда, как раз вот томографическое исследование показывает именно картину обычной классической пневмонии. Все пациенты с первичными положительными результатами тестов на коронавирус проходят дополнительное обследование. Окончательный диагноз им будет поставлен после повторных анализов. Как отметил начальник медико-санитарной части номер 59 Андрей Капустин, в городском инфекционном отделении есть все необходимые условия для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. У нас было развернуто 30 коек. Мы довели сейчас коечный фонд до 80 коек. Поставили 4 аппарата искусственной вентиляции легких. Кислорода у нас было обеспечено только 20 коек. Обеспечили подводку кислорода ко всем 100% коек. Кроме того, закуплены медикаменты, которые сейчас используются для лечения больных коронавирусной инфекцией. Персонал медико-санитарной части номер 59 полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты. Приобретено 200 респираторов, 3000 одноразовых и около 1500 многоразовых марлевых масок. Запасы по мере необходимости будут пополняться. Наталья Елистратова, Владимир Полещук, телерадиокомпания «Заречный». Врач-реаниматолог Никита Запасников из Морозовской больницы в Ленинградской области, которая входит в пятерку регионов-лидеров по распространению коронавируса, в стихах «На коленях» попросил жителей соблюдать режим самоизоляции, сообщает РИА Новости. Видеообращение врача приводит областной оперативный штаб на своей странице в соцсети ВКонтакте. «Не покладая рук, не оставляя пост, не покидая вас. Мы мучим вирус в унитаз, но так бывает и не раз, что в унитаз он мочит нас. Куда уж там? Ходите смело, гуляйте в гости за пенным, да что потом случится? Не вам же промокать глазницы, не вам качать бессмертный труп, не вам кусать остатки губ. И может так случиться, друже, что дома сам ты вирус сдюжишь, но взявшись за руку братвы, ты заразишь полстраны. Нам страшно, мы боимся, правда, но будем биться мы исправно за нас, за вас и за страну. Замочим эту сатану. И я прошу вас на коленях, прошу людей всех поколений, не выходите за порог, не приближайте этот рог».
Роструд ответил на основные вопросы россиян о трудовых правах в связи с коронавирусом. Работодатель не может не выплачивать зарплату или урезать ее, ссылаясь на пандемию, а также не имеет права отправить в неоплачиваемый отпуск или уволить сотрудника без его согласия, сообщается в телеграм-канале сайта stopcoronavirus.rf. Размер сохраненной заработной платы должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью, отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате, поясняется в сообщении. Под заработной платой, как правило, подразумевается должностной оклад, компенсационные надбавки и стимулирующие выплаты, если таковые установлены на предприятии. При этом порядок и размеры стимулирующих выплат, премий, доплат должны быть установлены системой оплаты труда и локальными актами работодателя. Работодатели должны руководствоваться этими правилами, пояснили в ведомстве. При этом в Роструде подчеркнули, что закон не предусматривает для работодателя возможности отказаться от выплаты начисленной заработной платы, в том числе по мотивам форс-мажора. А уменьшить зарплату в период нерабочих дней до 30 апреля можно только по соглашению сторон. Также работодатель не вправе по своей инициативе отправить работников в отпуск без сохранения зарплаты, либо перенести отпуск сотрудников на период нерабочих дней без их письменного согласия, уточнили в Федеральной службе по труду и занятости. По инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева малообеспеченным семьям с детьми от рождения и до 11 класса школы будет предоставлена дополнительная мера государственной поддержки в виде продуктового набора, сообщается на официальном сайте регионального правительства. Продуктовые наборы получат 24 тысячи малообеспеченных семей, проживающие на территории Пензенской области. Данные семьи по состоянию на 8 апреля 2020 года являются получателями пособия на ребенка, предоставляемого малоимущей семье, отметил министр труда Пензенской области Алексей Качан. 14 апреля первые продуктовые наборы доставлены малообеспеченным семьям из Шимышейского и Лопатинского районов. В Заречный губернаторские продуктовые наборы поступят на следующей неделе, уточнили в городском департаменте социального развития. Получить их смогут малообеспеченные семьи с детьми от 0 до 18 лет. Это те семьи, которые зарегистрированы в базе Департамента социального развития города Заречного в качестве получателя пособия на детей в размере 316 рублей, которое назначается по доходам. Пункты выдачи губернаторских продуктовых наборов можно ознакомиться на сайте администрации, на сайте Департамента социального развития и в группе Департамента социального развития в сети «Одноклассники». Время и дата выдачи губернаторских продуктовых наборов будет сообщено дополнительно. Как только мы получим эту информацию из Минтруда Пензенской области, данная информация сразу же будет размещена во всех средствах массовой информации города Заречного. Зареченцы смогут получить ответы на вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения. 16 апреля управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской области Михаил Буданов проведет прямую линию для жителей региона. Общаться с гражданами будут также заместители управляющего и руководители профильных направлений. Участникам прямой линии можно будет задать вопросы о порядке формирования пенсионных прав, расчета пенсии, социальных выплат, получения и распоряжения средствами материнского семейного капитала, а также о переходе на электронные трудовые книжки и на другие темы, входящие в компетенцию Пенсионного фонда. Прямая линия состоится в четверг, 16 апреля, с 8 до 17 часов. Телефон 8 800 200 2827. Номер телефона будет доступен только в течение одного дня. Звонок бесплатный для всех мобильных и стационарных телефонов. В Заречном продолжается ликвидация последствий бури, обрушившейся на город в минувшее воскресенье. Мощный снегопад и шквалистый ветер повалили порядка 400 деревьев. Первоочередную задачу – освободить от бурелома проезжие части и пешеходные дорожки – сотрудники КБУ выполнили оперативно. Теперь перед коммунальщиками стоит задача вывести все поваленные деревья и кустарники с улиц и из дворов.
На помощь сотрудникам цеха зеленого строительства пришли работники и других подразделений КБУ. Работники комбината благоустройства устраняют последствия удара стихии. Мощный снегопад и ураганный ветер повалили несколько сотен деревьев на улицах города. Пострадало очень много декоративных кустарников, туи. Сейчас производим опил сломанных деревьев по всем улицам города. Нет такой улицы, где не произошло падение дерева. Большое количество. Даже и на Пензу порядка, наверное, 70-80 деревьев упало на проезжую часть. Около 400 деревьев по городу. Больше всего это, наверное, улица Братская, Комсомольская, Конституции, Мира. В первую очередь работники комбината благоустройства убрали поваленные деревья с дорог и тротуаров, чтобы они не мешали передвижению транспорта и пешеходов. В настоящее время горы распиленных стволов и веток вывозятся с городских улиц. С 13-го мы вывезли с города на утилизацию 21 телегу с отходами от деревьев, которые попадали в городе. На вчерашний день мы тоже вывезли порядка 22 телег. К сожалению, в этом цехе он достаточно малочисленный. То есть вот всеми силами и мастерские у нас вышли, и водители, которые не задействованы, в том числе и дорожные службы. На сегодняшний день на уборке работают больше 70 человек. Для того, чтобы убрать все поваленные деревья в городе и на прилегающих к Заречному дорогах, потребуется время. По словам генерального директора комбината благоустройства и лесного хозяйства Андрея Шалимова, последствия бури будут полностью устранены только к концу следующей недели. Наталья Елистратова, Владимир Полещук, телерадиокомпания «Заречный». Большое чаепитие с участием нескольких зареченских семей организовал Дом культуры «Дружба». Причем сделал это с соблюдением всех требований режима самоизоляции – дистанционно. Работники культуры скучают без мероприятий, которые они организовывали для горожан. Поэтому и ищут новые формы работы и взаимодействия. На выручку приходят современные технологии. С их помощью удалось провести игру «Чайная база». 5 зареченских семей смогли, не выходя из дома, провести познавательный вечер, пообщаться и посоревноваться друг с другом. Я и о чайных традициях там рассказывала, и квизовские задания были, то есть и виртуальный экран работал, и звуковое сопровождение работает. Люди очень свободно себя в этой форме чувствуют. Я им предлагаю заранее приготовить чайный столик для себя и для детей. Они в это время там пьют чай. Мы разговор ведем о том, что в Китае это некая традиция, немножко другая чаепитие, и только в России у нас пьется чай за столом. С уютными чайными посиделками гармонично сочетаются общение и выполнение конкурсных заданий. Принять участие в игре «Чайная база» могут от 5 до 7 семей. Заявки на познавательное онлайн-чаепитие подаются также с помощью информационных технологий. Нужно только отправить сообщение художественному руководителю Дома культуры «Дружба» Юлии Золотаревой на ее страничке в социальной сети ВКонтакте. О складывающейся в регионе ситуации журналистам средств массовой информации рассказали участники областного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. На большой пресс-конференции присутствовала и наша съемочная группа. Смотрите специальный репортаж сразу после рекламы. Всего один день, 16 апреля, в магазинах «Караван» и «Скидкино». Яйцо S1, одна штука, всего 4 рубля 80 копеек. Отличная цена к светлому празднику Пасхи. Акция действует 16 апреля 2020 года. Цена указана в рублях. Количество товара по акции ограничено. Программа с очередным обращением главы «Росатома» Алексея Лихачева. На российских АЭС расширены меры по защите здоровья персонала. Волонтеры помогают пожилым жителям Атомградов во время режима самоизоляции. Смотрите в среду в 20:00. Некоммерческое партнерство «Информационный альянс Атомные города» организует серию вебинаров для предпринимателей и их работников. Ежедневно до конца апреля проводятся вебинары по острым темам. Записи будут размещены на сайте atomgoroda.ru, YouTube-канале и в социальных сетях. Телефон горячей линии, где вы можете задать вопросы действующим юристам и финансистам, 8 800 707 64 86. We'll be right back.
Ирина. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Лови момент выгодных предложений в «Караване». Колбаса докторская, фамильная, с нежным окорком, 159,90. Томат «Азербайджан», 189,90. Яйцо шоколадное, киндер-сюрприз, «Феррера», 20 граммов, 49,90. Акция действует с 14 по 16 апреля 2020 года. Все цены указаны в рублях. Количество товара по акции ограничено. Лови момент в «Караване». Первый вопрос, на который ответил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках пресс-конференции оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, задали пользователи соцсетей. Их возмутило недавнее повышение платы за детский сад. Дал поручение главе администрации города Пенза отменить этот приказ. Пусть и повышение небольшое, но в условиях сегодняшнего времени это просто недопустимо. Поэтому руководитель, подписавший этот приказ, он будет привлечен к самой строгой ответственности. Сразу хочу предупредить глав муниципальных образований, руководителей всех уровней, независимо муниципалитет ли, министерство ли, ни одного социального повышения на что-то без согласования с правительством области происходить не будет и не должно. Немало вопросов касались ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Пензенской области и тех мер, которые принимаются для борьбы с пандемией. На 14 апреля в регионе было зарегистрировано 84 случая заболевания COVID-19. 4 человека выздоровели. Как сообщил губернатор, в настоящее время медики области готовятся к внедрению инновационного метода лечения с помощью переливания плазмы крови от пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Мы будем готовить банк данных этой крови, если нам впоследствии или в ближайшее время разрешат, а мы уже будем готовы. Поэтому я думаю, что это хорошая тема. Помимо оказания медицинской помощи, одной из первостепенных задач является профилактика заражения коронавирусом. Глава региона подчеркнул, необходимо максимально сократить последствия завозов инфекции из других регионов. Будет рекомендовано всем, кто приезжает из Москвы, Московской области, заявлять о себе для того, чтобы эти люди находились на самоизоляции и чтобы они находились на контроле. Это будет справедливо и правильно. Это касается и приезжих из других регионов, где зарегистрированы случаи заболевания. Участникам пресс-конференции напомнили, что всем жителям Пензенской области предписывается максимально изолироваться от общества. В соответствии с требованиями режима повышенной готовности, люди должны выходить из дома только в магазин, аптеку или на работу. Наши сотрудники правительства Пензенской области периодически будут заступать для патрулирование улиц вместе с работниками полиции и Росгвардии для того, чтобы проводить профилактическую работу с гражданами, которые грубо нарушают режим самоизоляции, молодыми людьми, со всеми, кто нарушает режим изоляции, кто праздно прохаживается, гуляет там по улицам, по центральной улице, где-то в скверах, в парках. Мы уже приступили к этой работе по составлению протоколов об административном правонарушении. Те, которые не понимают, будут наказываться и будут платить за это деньги и будут изолироваться. Нерабочий апрель оказал сильное влияние на многие сферы жизни региона. В частности, школьники вынуждены были перейти на дистанционное обучение. Однако не у всех дома есть необходимый для этого компьютер. Иван Белозерцев рассказал о мерах поддержки для таких семей. Мы уже сейчас заказали несколько десятков компьютеров для наших детей, которые будут поставлены, как нам обещают, вроде бы как пятница. Это первая партия, которая будет поставлена. Мы эти компьютеры, конечно, направим детям из малообеспеченных семей. Несколько вопросов касались работы государственных учреждений, оформления необходимых документов, порядка начисления социальных выплат, в частности, детских пособий. Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан обозначил дату, когда жители региона начнут получать новое пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет.
По поручению президента выплаты начнут производиться с 1 июня текущего года. В настоящий момент мы все нормативные документы привели в соответствие. Сейчас по поручению президента, также 8 апреля, вот расширена категория, то есть теперь в эту категорию еще попадут, помимо того, что малообеспеченные граждане, как это было ранее, и документы подготовлены, так еще и войдут те лица, которые стали безработными вот сейчас в связи с коронавирусом. Как было отмечено на пресс-конференции, основная задача властей – обеспечить максимально комфортные условия для людей в сложившейся ситуации. Это касается и доступности предметов первой необходимости – продуктов питания. В магазинах региона проводится постоянный мониторинг цен на товары. По ряду продуктов питания, да, отмечается рост цен. Вот в понедельник отмечали, что повысились цены на птицекур. После планерки провели еще дополнительную работу. Сейчас уже две торговые сети «ММР» и «Караван» вернули цены на уровень где-то 120 рублей за килограмм, то есть опустили их со 130 рублей. Пандемия коронавируса нанесла сильный удар по экономике. Многим предпринимателям пришлось приостановить свою деятельность. Участникам пресс-конференции рассказали, что в регионе разрабатывается комплекс мер по снижению налогового бремени для бизнеса. Мы уже для пострадавших отраслей подготовили законопроект по снижению упрощенки, назову ее так. Мы с 15 до 5% снижаем налоговую ставку доходы минус расходы и до 1%, с 6 до 1% снижаем налог на доходы. Помимо всего прочего, для объектов недвижимости, там, где налоговая база исчисляется от кадастровой стоимости, мы снижаем налог с 2 до 1,6% от кадастровой стоимости, то есть 0,4%. По сути дела, это подпадают все торговые центры, под крупные торговые центры, под данный вид налогообложения. В связи с режимом самоизоляции приостановлена деятельность объектов сферы услуг, салонов красоты, парикмахерских, станций техобслуживания. Пользователи соцсетей спросили, нельзя ли возобновить их работу. Иван Белозерцев отметил, что это может вызвать появление новых случаев заболевания. Поехал в станцию техобслуживания, подхватил коронавирус. Привез ребенку, привез супруге, а если живут с родителями, и привез родителям. И потом что делать? Еще один вопрос, заданный руководству региона – возможность проведения выпускных вечеров в детских садах и школах. Предполагается, что с 8 июня по 12 июля пройдут экзамены, но возможно перенос. Поэтому в июле месяце, если позволит ситуация, губернатор уже сказал, что будут проведены все торжественные мероприятия. Если ситуация позволит нам провести, мы с огромным удовольствием это сделаем. Если не позволит, то я дал поручение готовиться в другом режиме, в режиме самоизоляции. Но даже в этой ситуации мы не должны забыть. Это руководство области, руководство муниципальных образований, городов, районов Пензенской области. Мы должны поздравить детей, мы должны направить благодарственные письма, как это мы делаем каждый год нашим детям, нашим выпускникам. От эпидемиологической ситуации зависит и празднование Дня Победы. До 75-й годовщины разгрома фашистских войск осталось меньше месяца. Мы не будем рисковать здоровьем людей. Тем более, вы знаете, какое количество граждан собирается в составе бессмертного полка в каждом регионе, Пензенской области в частности. Поэтому в зависимости от обстановки, чтобы у нас такая возможность была, нам с вами вместе нужно работать сегодня, работать с населением, принимать меры по самоизоляции. Чем больше людей будут соблюдать эти требования, тем быстрее получится справиться с пандемией коронавируса, и тем скорее можно будет вернуться к привычному распорядку жизни, резюмировали участники оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». И у меня на этом все. Спасибо, что были с нами. До встречи на родном канале «Заречный». Берегите себя и будьте здоровы!